Срочно! Каратели перешли красную черту. Они сегодня забросали светошумовыми гранатами стариков и студентов, а также применили слезоточивый газ. Выходим все на протесты с перекрытием дорог. Называемые мирные протесты становятся все более организованными и крайне радикальными. С наступлением темноты на улицы выходят группы боевого звена. В разных районах Минска они пытаются строить баррикады на дорогах и жгут покрышки. С самого утра каждый, кто едет на работу или учебу на метро, проносим с собой флаги и прочую атрибутику и устраиваем протест прямо в вагонах и на станциях. Сделаем минский метрополитен бело-красно-белым.